был, да, тяжелый матч, согласно. Был такая больше жесткие игры, чем баскетбола, да, и мы выдержали натиск этот и хороший баскетбол показали. Сегодня была как восстановительная тренировка, потянулись, побросали и сделали процедуру, кому надо. Это хороший график, успеть восстановиться, потому что через день матч и тяжелый матч на выезде с Эфесом. Я думаю, что, как говорится, рекавери пошел удачно. Начинаем реабилитационные процедуры восстановительные сразу после игры. На следующий день, в течение дня, в полете, по прибытии в гостиницу. То есть мы максимально время посвящаем для того, чтобы подготовить ребят к следующей игре. И надеемся на вот это первый такой спарринг выезд, что у нас все получится.